повышенная потливость, мокрые подмышки. Что может быть хуже запаха пота в переполненном транспорте? В разгар летнего сезона дезодоранты не всегда помогают справиться с этим запахом. Хочу вам подсказать самое доступное, простое, а самое главное – действенное решение, которое поможет в этой ситуации. Понадобится самая обычная перекись водорода 3%. Всем известно, что перекись – это антисептическое средство, которое борется с бактериями и помогает избежать неприятного запаха в течение дня. Смешиваю 1 чайную ложку перекиси водорода на пол стакана воды. Наношу по утрам на чистую сухую кожу подмышек. Это поможет избавиться не только от неприятного запаха пота в течение всего дня, но еще и избавит от повышенной потливости. А для более еще лучшего эффекта, более мощного, можно добавить в раствор, вот в этот получившийся раствор, 1 столовую ложку спирта и несколько капель по 1-2 капельки любого эфирного масла. Самое лучшее эфирное масло для этих целей – это масло чайного дерева, апельсиновое масло или эфирное масло лимона. Таких бутылочек, концентратов, хватит на очень много раз. Для удобства раствор можно перелить в бутылочку от спрея для волос, так как он имеет очень удобный дозатор-распылитель. Всем спасибо за просмотры и за комментарии. И до новых встреч на канале!